За первые полугодия этого года доход компании «Кыргызалтын» составил 53 миллиарда 270 миллионов сомов. При ожидаемом плане в 40 миллиардов 884 миллиона. Другими словами, обеспечена дополнительная прибыль в 12 миллиардов 385 миллионов. Чистая прибыль «Кыргызалтына» по итогам первого полугодия составила 3 миллиарда 459 миллионов 569 тысяч 100 сомов. При ожидаемом плане 2 миллиарда 929 миллионов 304 900 сомов. Другими словами, дополнительно получена прибыль на сумму 530 миллионов 260 тысяч 200 сомов. «Кыргызалтын» в первом полугодии реализовал золото и серебра на сумму 48 миллиардов 271 миллион сомов. Как отметил Нарынбек Сатыбалдиев, впервые в истории компании с апреля 2024 года они начали самостоятельно продавать золотые и серебряные слитки третьей стороне. И впервые в истории компании с апреля 2024 года начали самостоятельно продавать золотые и серебряные слитки третьей стороне по цене фиксинга. Так называемый золотой фиксинг лондонской биржи металлов, другими словами, без дисконта и скидки по максимально высокой мировой цене. Раньше такого не было. От «Кыргызалтын» сегодня добился вот таких результатов. Также Нарынбек Сатыбалдиев сообщил, что предприятие получило 15 лицензий на введение геологических работ и на отработку месторождений. Сейчас компания ведет активную работу по указанным лицензиям, изучается потенциал данных месторождений и составляются расчеты. И согласно принятым нормативно-правовым актам будет проводиться конкурс среди инвесторов для совместного освоения того или иного месторождения. Это крупная залежь золота Инкуртаж, это участки Инкуртаж, Харатөбе, Сарытөбе, запасами металла 86 тонн. Это участок Ташбулах, комплексного месторождения Кызыломпол, буквально мы вчера получили лицензию. Это месторождение Терек и Каракала, золото и меди, это золото Чакуш, месторождение золота и полиметаллов Мироновская, месторождение кварцитов Баладжан, кварца Чикчей и угля Мингтеке. Ведем активную работу по указанным лицензиям. Также по информации Нарынбека Сатыбалдиева, в августе в городе Карабалта планируется запуск завода по выпуску золотых мерных слитков и добыча первых тонн руды на месторождении Мироновское. Все это проводится в рамках празднования столетнего юбилея образования Каракыргызской автономной области и плана ввода 100 промышленных объектов в стране. В августе «Кыргызалтыном» запланированы два мероприятия. Это запуск завода по выпуску золотых мерных слитков в Карабалте и добыча первых тонн руды на месторождении Мироновское. Эти два проекта мы 100% профинансировали за счет собственных средств «Кыргызалтына». Сегодня компания ведет большую работу по возобновлению производственной деятельности гиганта промышленности «Кыргызалтына» Карабалтинского горнорудного комбината. Комплексное освоение группы металлов и минералов Кызыломпольского месторождения отвечает интересам Кыргызстана. «Кыргызалтын» принимает активное участие в реализации указа президента о реализации национального проекта по добыче полиметаллов и редкоземельных элементов для динамичного развития экономики Кыргызской республики. Также предприятие выявило большой потенциал в добыче и переработке на территории страны залежей золота, сурьмы, меди, редкоземельных элементов, олова, вольфрама, молибдена, ванадия, магния и других руд. Малик Аюпов, Бигзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.